Да, вот это вообще. Она фишка в том, что тебе как дробаш, только, блядь, еще и технику прошибает, короче. Я танчика разобрал вообще постоянно. Просто в лед. Даже ничего не успел сделать. Да, прикольно. Казнь мгновенно перезаряжается при получении урона. То есть ты можешь все время казнить непрерывно, блядь. Да. Так. Ну, в принципе, я все так оставляю пока пацанов. А что там следующий будет за уровень? Задание доступно. Боевая крепость. Ну, хуй знает. Я так оставлю, в принципе. Так, а броньку ты снял с этого пацана, дал? Мерещница. На. Ты себя хочешь, да? Да не, не, зачем? Мне и так пока нормально. Есть Так. десятая сверкающая смерть. Мы это самое. Последний дар оружейника. А что там? Кастер огнемет. Берн силовой кулак. Адрастия энергетическое оружие. Мэрику автоматическую пушку. Автоматическая пушка. Ну, убери. Цепляй. Ну-ка, что за пушка? Автоматическая пушка сержанта Робина, Ох, ёпта. ебать, кстати, прикольная тема. Робин Бобин, блядь, это сидел на трубе. А чё это 11,7 урон? А, это плазменная винтовка, пушка. Шанс при попадании вызвать артиллерийский удар, ебать. Ебать. Вывести из строя техника, оглушить пехоту, доступно любому вызвать артиллерийский. Не менее 2 дюжин предаторов и дредноутов хаоса подбил сержант Робин из своей автоматической пушки. Несмотря на то, что автоматическая пушка не считается достаточно эффективным оружием против бронедельного цели, поведение оружия было настолько странным, что пришлось провести дознание на предмет юридической порчи. Да еще необычно обнаружил, а если Робин что-то и знает, то он об этом никому не говорит. Бля, ебать, меня заценил, пушка нахуй. Да, Дал нахуй. я вижу. Тух, тух, Да. тух, тух. Тух-тух-тух, блядь. Выстрелила. Ну чё, Ты продолжаем? мельту или плазму будешь? Пока плазма. А, нет. Ты Пока вот мельту. это пускай, да, мельт. Ну, мельт это типа дробаша, короче, только крутого, блядь, энергетического. А плазма это как типа болтер, только тоже круче. Хотя бы плазма прикольно себя показала. Мельт там универсальная, но в ближнем бою. Да давай плазму возьму А теперь. плазма, она так уничтожает, типа, любую пехоту эффективно, особенно тяжелую, но. Ну давай плазму попробуй тебе в этот раз. Так уж и быть. Так что я тебя уломал, да? Да. Слушай, а Так. ему качнуть вообще изи. Ему он качнется 11 уровень. Или все это? А, все, 10 последний. Десятый последний. А, блядь. У всех последний. Понятно, ладно. Займ. Да. Войну. Яма Маледиктуса. Венные просветленные. Это Кэнон. Мы собрали жертву для Хорна, которая станет легендарной. И пусть просвещение во время веков моего пребывания на суде Кариона мне принес голос попроще и послабее. Все же это было послание Хорна. Именно он указал мне истинный путь свободы от нашего жалкого трупа императора. Че, погнали? Сейчас. Какой Да, говорит. Цель того, что мы Запишем. собираем черепа Его гнилой базар. Нет его. Нет Вот смысла. двигает речь. Нет цели. Да. Мы убиваем. Это бессмысленная жестокость. Вся эта вселенная бессмысленна. Бессмысленная жестокость. Вся вселенная вселенная бессмысленна. И это пустая цель, этот страх или этот долг объединит нас. И наконец-то освободит! Он безумен. Ладно. Здесь
Завершение последним бой. После начала вы больше не сможете выйти на звездную карту. Вы уверены? Да. Я более чем уверен. Лорд-генерал Кастар. Последняя битва. Габриэль Ангелос. Белобрысый мужик. С какой-то хуйней на лбу. Это у них типа за выслугу лет, я так понимаю. Типа значок какой-то. Значок. Типа там что-то 10, 50, 100 лет типа службы, короче. Жесть. Что все видели, блять. Что он, блять, служил нахуй. Вот этот. Негритоска. Негритос. Предатель ебаный. Азаза. Терминатор. Дава. Да, он возвращается. Офигеть, зверюга. Дьябло. Не первая планета гибнет на моих глазах. Кирена была моим домом. И тем не менее, когда необходимость стала очевидной, я не постеснялся связаться с Инквизицией. Кирена горела из-за меня. Тайны Кирены теперь живут лишь во мне. И со мной они умрут. Выйду ли я победителем или буду убит? Третья часть будет, блядь. Это будет плата за мои грехи. Это что, последние блядь, слова Габриэля. Нельзя просто так взять и убить капитана Габриэля Ангелоса. Спасителя Тартаруса, бича Черного Легиона. Бича Черного Легиона. Бичара, блядь. Бичи Императора. А они, наверное, своих людей ценят еще круче, чем мы. Высаживаемся. Нахуй это надо, действительно, связываться с дурачками, я сам подумал. Они, блядь, на своей планете не могут разобраться, еще непонятно, чем все закончится, блядь. А ты к ним прилетишь, короче, блядь, и что ты, блядь, будешь делать? Убивать, естественно, всех. Что еще люди могут делать? Вот прилетел, вот ты инопланетянин, ты прилетел на Землю, что ты, блядь, зачем ты прилетел? Изучать. Ясен хоть зачем. А вдруг, ну, а вдруг что, что изучать? Людей? А вдруг полезные ресурсы есть? В смысле? Ты будешь полезные ископаемые забирать, что ли? Да. А кто ж тебе даст-то, бля, ебать? Ну так, не, если инопланетянин прилетел, то он, значит, высшая раса. Вся хуйня. Ну и что, тебя считают за говно, блядь. И сразу появится организация какая-то нацистская, которая будет ненавидеть инопланетян, короче, и стараться их уничтожить, блядь. Так инопланетяне просто аннигилируют всех, понял? И всё. То есть ты прилетаешь, чтобы нахуй уничтожить вас, да, сразу? Ну а почему бы нет? Чисто по приколу. Ну домой они на районе прилетают, блядь. Потому что нахуй надо это, блядь, врать надо, тут грех. Валить каких-то ёбаных животных, чтобы валить. Тело ебало, да? Ну чуть-чуть. А почему не полететь чисто ради охоты? Ну, например, полетел бы ты на планету, а там какие-нибудь животные. Были, а ты такой на них охотишься. Ну, с одной стороны, животное, а с другой стороны, у них, блядь, есть, короче, типа, разумная жизнь, как, да? Если будешь на них охотиться, они могут тебе, блядь, жопу прострелить, блядь, твои технологии забрать, короче, потом их ассимилировать, эти технологии, блядь, а потом они тебе на корабле прилетят, уже тебе, блядь, жопу забирать, блядь. Ебать, ты расписал. Это опасно, блядь, это... Прикинь, ты потеряешь какую-нибудь, блядь, вещь, короче, а непонятно, чего, что это выйдет. Ну, а вот у нас, наверное... А если, блядь, ты на корабль твой собьют с орбиты, блядь, ядерными ракетами, блядь, или ещё чем-нибудь? Ну, ну у нас, наверное, вот так же прилетели пришельцы, наверное. И пошла вот развитие электроники. Сто пудов. Бля, буду. Так и было. Да? Есть доказательства 100%. Ну, не 100%. Но я знаю. Я знаю, что я знаю. Никто не знает, что я знаю. Есть он хуй, ты что? Чтоб я и не знал. Не будь такого. Вот там пацаны сидят, и там еще идут пацаны. Брать, еще будет контратака. Уже в пути. О, него давай этих сначала. Пацаны.
Так, вызывай огонь. Пытаюсь уйти. Здесь слишком какой-то ад происходит. А где я вообще? Я уже убежал? На тебе, ёпта. Готовься к бою! Вижу наших союзников! Ща рисну пацана. Так просто меня не убить! Кому там подкинуть солдатиков? Новое мясо! Так же прилетели пришельцы, наверное. И пошел развитие электроники. Сто пудов. Бля, буду. Так и было. Да? Есть доказательства 100%. Ну не ступай это. Но я знаю. Я знаю, что я знаю. Никто не знает, что я знаю. Если он хуй, ты что? Чтоб я и не знал. Не будь такого. Вот там пацаны сидят. И там еще идут пацаны. Здрасте, еще будет контратака. Уже в пути. О, него давай этих сначала. Пацаны. Бля, моего вебальнули. Я вам блин. Загоняй, вызывай огонь. Пытаюсь уйти. Слишком какой-то ад происходит. А где я вообще? Я уже убежал? На тебе, ёпта. Готовься к бою! Вижу наших союзников! Ща рисну пацана. Так просто меня не убить! Кому там подкинуть солдатиков? Императора. Что за жизнь пошла? Командир, слушай, меня обучали для таких солдат. Вон они. Тут войска. Меня атакуют! Выступ! Небеса. Или вы столько. Гигантский Халк зол. Император будет гордиться, мы здесь под обстрелом. Влетел. За императором! Я слушаю, ясно, иду. Атакую!
Я здесь! Я слушаю! Бля, куди нам? На куди кину город? Понял! Выдвигаюсь! Опа! Пацаны там какие-то хотят войны. Они демоны. Слава! Это безумие! На меня напали демоны! За честью служить с тобой эти десятилетия, наверное, только пехоту можно казнить. Расскажи о моей службе императору. Так я думал, демоны пехота. А у него другой типа класс. По классам идет. Тяжелая пехота, пехота, тяжелая пехота. Я не уверен, что даже тяжелая пехота. Там на вочку написано, что за класс. Типа у танков, по танку. Там у каждого боевики будет уровень брони. Демоны лгут нам и сбивают с пути. Мы можем лишь уничтожить их, чтобы не поддаться их влиянию. Давай быстрее, Габриэлос. Команд... Пора выходить! Отступники прибыли. У меня элитная пехота. Просто. Нас атакует космодесант Хаоса. Десятки Хаос. Страха нет. Опа-опа! Убили моего чувака, бежал на базу. Ой, бля, и моих сейчас тоже могут. Мои добегают. Нормально выживают. Опа, сверху. На базу. Что сверху панит, блядь? Командир слушает, говорите! Никто не выстоит на пути его войск. Пойдем, пацана. Да, упой, машин, он.
Постоянно. Изгоняю демонов! Чистая. Я закон, и я плеть. И ты умрешь только когда я тебе позволю. А, штурмовики, чтоб хуёв штурмуют, все равно. Надо, блять. Тут нужно одними только этими играть. Командир здесь и готов к понял. Выдвигаюсь. Пацаны опять стоят. Стоят, ждут. Пора выходить! Не спешим. Долго я в этот раз, блядь. Пока эта хуйня летит. Бля, я чуть не туда попал. Заебись. Уже в пути. Я просто... Не, не ходи, блядь. Осторожнее, они совсем близко! Хватит еще одну. А мне не хватит. Ладно, короче, так. Ладно, сейчас поп... О, они как раз попашили, слушай. Да мне не хватает на артиллерии. Это ладно. От императора! Нас атакует господи Сан-Хаоса! Нас атакует господи Сан-Хаоса! Будет гордиться этим днем. Без колебаний, без страха. Мощь. Сэр, учтите, тут хаос. Хаос. Я танчу. Вперед! Их требуть проклят! Это мерзкая машина! Говорит, наконец-то. Сэр, я обнаружил победную точку. Наконец-то. Выполняю. Захватываем. Захвачено! И точка. Сло... А, да, понятно. Гриднота. Выхожу. Нет. Что солдаты, короче, на поле боя калечат, короче. Открываются, запихивают. Отбываю, сэр. Понял. Выдвигаюсь. Подключают, короче. Мои войска хоть не теряют. Да, прикинь там. Все время. Это понятно. Солдат-то не очень. Там, типа, пора выходить. Короче, здесь наши сегодняшние союзники. Лоялистов усыпляют, короче. А у Хаоса не усыпляют. Специально мучают, чтобы они безумные становились. Раз она нужна вам, она будет вашей. Во время боев. Уже в пути. Потому что, типа, там не очень приятно сидеть. Типа, агония внутри. Хочешь, не хочешь, слушай хаоса. У тебя будет. Захвачено для вас и императора. Штяк. Командир, понял. Выдвигаюсь. Так, надо нижнюю точку захватить. Да-да, вон, маленькая. Тут есть. Не думаем, а можем. Расскажи нам свой зловещий план. Ой, защищайте поражение! Мое унижение еще не завершено! Да. Да, командир, пора выходить! Докладываю, обнаружены силы хаоса! Нас атакует космодесант хаоса! Ясно, иду! Выполняю! Есть дела поважнее. Меня,
космодесант воюет. Уже в пути. Группа сразу полетает. Потери у них большие. Камильфо. Штурмовые войска. Понял. Выдвигаюсь. Че, пацан, скопытился? Нет, у них тактического превосходства. Вот, хватит жаловаться. Давай. Нас атакует космодесант Хаоса. Я ошел. Я атакован. Комиссар в нотификейшн. Я здесь! О, они снова контролем. Пора выходить. Ой, блять. Попробуй сюда закинь. Да, закинет, нет. Законишь. Защищайтесь! Ёб твою мать! Мне бесит, блядь. Блять, свободен, парниша. Молодой. Молодой, парниша, горячий. Молодой. Пора выходить. Слышал, мышел, пернул, выскочил. Опа, опа, что такое? Успокойся. Котлован. Капитан Ангелос! Ох ты, блядь! Кирос, молись о смерти в бою! Иначе ты всю оставшуюся жизнь будешь испытывать абсолютную боль! Да? Какая боль. Она, да? Лярвочка-то! Понял. С характером я выдвигаюсь. Так и люблю. А, сладенькая. Хейстел ловелас, блядь. Иду к цели. Отличная цель. И много таких знаешь с характером.
Это первое. А, сзади, блядь! Считайте, что они уже наши. Терпеть не могу, хаос! Косили пацанов. Пора выходить! Убивает уважаемых людей. Меня. Почему мне пацанов маловато? Надо пополнить запасы мяса. Блять, я уже в пути. Стоял. Я ж тебя бежал. Чё, надеюсь, это что-то важное. У вас тут не стояло, блять. Понял. Выдвигаюсь. Понял. Не дурак, да? Так у меня понял. Так, давай откатывай скилл свой. О. Давай мне пацан. Солдатушки. Я слушаю. Следующее место. Для следующих военных маневров. Пора выходить! Поднабрался. Понял, посмотрим, что тут. Не жестко, не жестко. Уже в пути! Тут любят по-жесткому. О, они вон демоны. Три демона хотят войны. Оп. Слава! Это безукоризненное. Выполняю! Вообще изи! А, ну во! Цепанем базу. Было ваше, станет наше. Вот вижу демона. Своим каном светит. Захвачено! Здесь войска союзника! Четыре отряда с мильтами, по 4 человека, короче. 4×4 сколько? Много. Отступники прибыли. Так. Ой-ой, а там эти хаусята сидят. Отойди, сейчас я покажу, как это делается. Понятно. Докладываю, вижу врага. Комиссар, комиссар. Нас атакуют!
Император тебя еще не отпускал! Какая трусость! Непростительная, партиец! Да ты мазохист! Садомазо! Да-да-да! Это я люблю боль! Сладенькие. Закончено. Будет сделано. Сейчас мы ее установим. Милый человечек. Захвачено нашими союзниками. Настоящий человечек еще. Так. Командир здесь и пора выходить. Подвигаемся. Пойти танк, танк вызвать. Тут он будет пихаться. Все, я могу. Мне чинить нечего, мне чуваки не чинят. Я не знаю, чем мы чинить будем, блять. Ну, да ладно. Мы перешли на следующий уровень, сэр. Я здесь. Я слушаю. Смотрите и учитесь, бойцы. Обновление завершено. Да, я думал, что это бенблейд, блин. Надеюсь, это что-то важное. Теперь уже все. Ладно, вызвал этот Лемон Руссо. Ну ладно. Пока пускай он. Готовы действовать, сэр. Мы выдвинемся, как только получим приказ. У нас огневой контакт. Огневой контакт. Бля, его пух. Я смотрю, слушаю. Уже в пути. Модернизация завершена. Вижу цель. Иду в атаку. Ожидаем приказ. Вас понял. Отправляюсь на позицию. Плазмата. Командир слушает. Говорите. Мы столкнулись с силами хаоса. Давай, мне тоже опасно. Выдвигаюсь.
плазма в бок. Так точно, сэр. Выполняю! Раса! Готовы действовать, сэр! Вас понял, отправляюсь на позицию! Чувак вывалился! Нахуй вперед, брат! Сейчас светану! Захвачено для вас и императора! Отправляюсь на позицию! О, не вон, не залезли! Сейчас посмотрим, сидит! Наверху сидит он, вижу. О-о-о. Вперед, это пешпулька, автоматчик. Вас понял, отправляюсь на позицию. Тебе не опасно. Так точно, сэр. Командир, пора выходить. Меня обучали для таких сражений. Я в пути. Император будет гордиться этим днем. Так, наверху там еще, наверное, тоже... Ясно! Иду! Да, сидят вон мне. Скоты! А, да, понятно. Выхожу. Сэр, тут наши слушаем, союзники. Продолжайте! 1900. Поехали. Вас понял, отправляюсь на позицию. Ой, еще один. Ага, ничего. Две клешни, нормально. Броню. Подойдет, разберется. Вас понял, выдвигаюсь. Мы здесь под ожидаем приказа. Вас понял, отправляюсь на позицию. Начали строиться в атаке. Мы выдвинемся, как только получим приказ. Меня обучали. Раз она нужна вам, она будет вашей. Сэр, учтите тут хаос. Цель уничтожена! Мы перешли на следующий уровень, сэр! Кстати, он стоит дешево, 300 всего. Будет вашей! Уже в пути! Ой-ой-ой. Отбываю, сэр!
Готовы действовать, сэр. Вас понял, отправляюсь на позицию. Вас понял, выдвигаюсь. Выполняю. Забираем. Ситуация изменилась. Ситуация изменилась. Считайте, что они уже наши. Почему заходите? За. Командир здесь и готов к бою. Понял. Выдвигаюсь. Там, наверх. Там. Ясно. Иду. Ожидаем приказа. Когда галактика сгорит, мы будем решать, что такое.
Нахуя решатель? Полный отрядник. Командир здесь и готов к бою. Пора выходить. Че, он даже куда остался в живых? Это что-то... Выхожу! Ясно, иду. Придержите штаны, блядь. Все захватили. Встречайте свою судьбу. Верный слуга. Уже в пути. Как ты сейчас лугачий? Выходить. Я в пути. Мы выдвинемся, как только получим приказ. Это рисковая игра. Сейчас влететь надо, а то сломать и на въебке. Еще одна уешка пойдет. Командир уже в пути. Меня обучали для таких блять, сражений. Раз гвардии, она нужна вам, она будет вашей. Так держать. Не обязательно, но поль захвачена. Вижу наших союзников. Командир здесь и готов. Понял. Выдвигаюсь. Здесь наши сегодняшние союзники. Пишет достигнут предел. Что-то больше не дам. А, ну да, одно. Пора выходить. Этими катсценами, блядь. Вместе, блядь, сидишь. Волчара ебаный. Мы здесь жопа. Под обстрелом. Я слушаю. Надеюсь, это да, что-то важное. Поменьше наносится. Вообще, нихуя баланса между...
подсоединить там нет. Меня обучали для таких сражений. Вижу цель. Иду в тут войска хаоса. Он полезен вообще, не? Ну, он танчил, а так... Это полезен, по-моему. Ну, не, вот этот как... Командир здесь и готов к бою. Лемон Рус. Пора выходить. Ну, если он полезен, танк, то любой, мне похуй. А, да, понятно. Выхожу. Кстати, хуйня не ведёшь. Вот и все его слуги показывали такое рвение. О! Командир, слушай, атакуй! Я слушаю! Слабо!
Вас понял, отправляюсь на позицию. Так, сейчас опять три штуки своих поднимет. Нельзя навести на тебя, что ли? Понял! Неведом страх. Слушай, вас понял, отправляюсь на позицию. Какой-то неровности территории, короче. Командир слушает, говорите. Так, поднимай, чувак. Вижу цель. Иду в атаку. Командир слушает, говорите. Я просто не обходил. Это только один раз. Вижу цель. Отойди, сейчас я покажу, как это делает. Thank you.
Пирс уже в пути. Вижу цель. Иду в атаку. За императора, бойцы. Император будет гордиться этим. Стал-то ебаный танк. Вас понял, отправляюсь на позицию. Давай, 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 пока тебя так вольнули. У нас огневой контакт. Готовы действовать? Пал с крючками саркосный. Отряда, блядь. Командир здесь и готов к бою. И расстрелять его. Понял. Я вот, блядь, не смелый комиссар, блядь. Давай, блядь! Давай, блядь! За родину достали, блядь. Thank you.
Понял. Выдвигаюсь. Командир здесь и готов. Пора выходить. Иду на цель. Командир слушает, говорите. Че, пацаны? Уже в пути. Будем воевать сегодня, нет? Докладываю, обнаружены силы хаоса. Хаос. Тут войска хаоса. Выступаю против. Понял. Выдвигаюсь. Готовлюсь. Уничтожить цель. Бегом! Вперед! К победе! Уже в пути. Меня обучали для таких сражений. Отступники прибыли. Есть, есть. Я слушаю. Ясно. Иду. Блять, тип назад. Да сейчас она пойдет. Командир здесь и готов к бою. Мы пойдем. Вижу цель. Иду в атаку. Отойди, сейчас я покажу, как это делается. Я верю, что это необходимо.
пути. Мне неведом страх. Уже в пути. Так. Идем сюда. О, кстати, можно сделать это. За императора, бойцы! Цель уничтожена! Турель. Да, наш лимитер. Командир здесь и готов к бою. Нет, Понял. Выдвигаюсь. А, я тут валил здесь. Пацаны, все за мной, все за мной. Опасались, да? Секунды. Командир здесь и готов к бою. Мы перешли на следующий уровень, сэр. Опа. Давай-ка сюда, все. Иду в атаку. Вы
покупаю отряды тяжелого вооружения. Слава! Это безукоризненная верность. В принципе, у тебя нормально, блядь. Можно было тебе передать. Командир здесь и готов к бою. Победите ради меня. Ну, чувак, знаешь что? Я, бля, пожертвую всеми, а ты купишь себе так. Кого? Толпу. Это я такого покупать-то? Ну, отряды тяжелое вооружение и... Да нахуй. Они не выгодные, короче. Отряды тяжелого вооружения и всем лазеры выдашь. Ну окей. Давай, иди их. Заебало, он меня сейчас нажимает. На убой. Прибыл отряд с тяжелым оружием. Блядь, держу этого пидора воскресить, не могу. Ну вы знаете, что мы делаем. Командир уже в пути. Да, да, да. Да, меня не убить. Я верю, что это необходимо. На убой под собой. Хватит, тихонько, сейчас я буду подходить. Командир понял. Выдвигаюсь. Еще повезли. Меня знаете, что... знаете, что я ожидал. Прибыл отряд с тяжелым оружием. Блядь, я не могу. Блядь. Ну появись, ебаная атака, блядь. Пора заняться делом. Подвезли толпу. Командир здесь и готов к бою. Соберись, как у нее, я их тоже собрать не могу. Главное, чтобы меня не выбило, блядь. Че, еще могу заказать тебя? Не получится, сэр. Да, тут кто не мог взять. Прибыл отряд с тяжелым оружием. Прибыл еще один. Знаете, что? Страдать. Страдать. Командир слушает, говорите. Пора выходить. Слава! Это безупречная верность. Сейчас я покажу, как это делается. Позицию.
отряда осталось. Закупаюсь. Командир, понял. Выдвигаюсь. Мы здесь. Пора заняться делом. Вылочка, пацаны. Мы здесь. Есть у нас цель? Пора заняться делом. Знаете, что... Есть у нас цель? Там что-то прилично. 15 рублей за бинди на один блокер героя. Командир слушает, говорите. Посылаешь через атаку. Вы знаете, что мы готовы. Нажимаешь. Начинаем шевелиться, бойцы. А если здание, то... Вы знаете. Здание. Шевелитесь, парни. Пора выходить. Подвезли пацанов, и все. Командир здесь и готов к бою. Еще заказ. Уже в пути. Не заказывается больше. А, не, заказывается. Зачем бояться? Убьем врага! Не бегай. Командир слушает. Понял. Выдвигаюсь. Вы знаете, что мы готовы. Опа-опа. Прибыло три астероида. Давайте идем сюда. Меня! Предел численности. Никто не выстоит на пути его войск. Терпеть не могу. Есть у нас цель? Я слушаю. Так, ну мы все готовы. Пусть усы стреляют, а у них не трогает. Так и да их, по-моему, все уже зажили. Тут войска хаоса. Уже в пути. Сейчас сейчас попробуем. Я слушаю. Че, пацаны, давайте. Понял. Выдвигаюсь. Разложитесь, давайте. Слава! Это безукоризненная верность. Император будет гордиться этим. Есть у нас план. Я с этим разберусь. Вперед! Парни, знаете, что мы делаем? Начинаем шевелиться. Есть у нас цель? Сэр, учтите.
всем разберусь. Командир, иду к цели. Иду в атаку. На меня напали демоны. Меня атакуют демоны. А теперь пою сам. Сюда. Так, лимит еще есть. А, это сейчас пополню. Прибыл отряд с тяжелым оружием. Так, пацаны. За работу! Терпеть не могу! Прибыл отряд с тяжелым оружием. Есть у нас цель? Есть у нас цель? Ништяк. Командир, слушай, уже в пути. Пошлите, пацаны. В уголок. А, да, понятно. Уголок. Выхожу. Мы готовы. Круглый оборот. Один отряд не полный, но он может еще много. Хаос потерпел поражение. Командир здесь, я не понял. Баланс между Эником. Эник, он имбовый вообще. С лазерами, короче. Ему на последний слайд. Вы знаете, что это. Шевелитесь, парни! О, поднимает. Командир слушает. Вижу цель. Иду в атаку. Выходить. Опа, садитесь, пацаны, ждите своего звездного часа. Надеюсь, это что-то важно. Направляюсь к цели. Все-таки собирайся. Я... Уже в пути. Пути к бою готов.
командир здесь? Понял. Выдвигаюсь. Пошел, куда пошел? Пора в их мысли. Докладываю, впереди враг. Много быстро по полной. Урон в секунду-то идет, блядь. Терпеть не могу! Нас атакуют! Они умирают. Иду! Да-да-да. А куда выйдет? О, все. Уничтожи цель! Бегом! Давай, центральная, пацаны! К победе! Надеюсь, это что-то важное. Есть у нас цель. Начинаем шевелиться, бойцы. Слаб. А, да, понятно. Выхожу. Кстати, отряд остался. Тебя не забинден, что ли? Где? Да вот он стоит. Не знаю. Есть у нас цель? Ну, вот он внизу стоит. Да, да, я вижу. ХЗ, наверное. Ну, забинден. Меня обучали для... Отбываю, сэр. Бля, иди тут. Ты не справишься? Страха нет! Есть лишь победа! Я окружен! Меня из этого боя не вытащишь. Ой. Ты нужен мне целым. Будем хлестаться с тобой, Кирос, блять. Режу свинью. Глаз ему тыкаем, глаз, блядь. Я ожил и готов мстить. Ну, ему ударил. Выдвигаюсь. Пацанов пополним. Все нормально, мои готовы. Есть, есть! Комиссар сюда иди. Танкуй. Взывай. Командир здесь и готов к бою. Понеслась. Пацаны, пацаны. Иди, что? Отряд. Командир слушает, говорите. Чё за так? Выступаю против Джаггернаута. Пацаны, держите. Уже в пути. Обучали для таких сражений. Страха нет, есть лишь победа. Надеюсь, иду к месту сбора. Думаю, темные
Я слушаю. Мира, сдохни, заебал. Сделай одолжение честным людям. Еще разок его или два, интересно. Твой бессмертный, что ли, побежал? Сэр, учтите, а, тут бандит. Хаос. Надеюсь, это что-то важное, понял? Выдвигаюсь. Снаряд гаубицы ебал. Что это такое? Кошмар за кошмаром! Командир слушает, говорите. Пока дышим. Че, пацана, покусит? Меня атакуют! Вы твоего достал, кстати. Выхожу! Так, пацаны, давайте, вы это самое собираете. Хорош. Нас атакуют! Докладываю, впереди враг! Вводит. Бежали. Давайте поедем цель! Командир здесь и готов к бою. Штяк. Продолжаем. Нет, две заразы, это норм. Меня... А, да, понятно. По одной так быстро пилить его. Слушай, у тебя орудие интересно. Отлично. Отбываю, сэр. Командир слушает, говорите. Слава — это безукоризненная верность. Тут хаос. Что это такое? Кошмар за кошмаром. Есть у нас цель? Начинаем шевелиться, бойцы. Надеюсь, это что-то важное. Уже в пути. Пацанов пока двинем. Да, поднимай человек. Готовимся. Понеслось. Вижу цель. Иду в атаку. Корабль солдата. Да. Блять, я того. Поманилась.
опять две этих попы быть войдут. Герои, блядь. Тут войска хаоса. Герои, герои, герои берем против демонов. Командир, здесь обучали на пути. Мне не ведом. Есть у нас. Шевелитесь, парни! Выхожу! Что это такое? Зачем бог создал бог? Чтобы их жрали лягушки. Это не объяснено. Командир здесь и готов к бою. Чё уже ты стоишь, блядь? Получи, блядь, колесо отрубал. Командуйте, сэр. Парили, давай, поднимай. Опять, да чё вы? Что это такое? Кошмар за кошмар! Император будет гордиться этим днём. Есть у нас цель? Так, один ответ, да. Начинаем шевелиться, бойцы. Стой. Что это такое? Кошмар за кошмаром! Есть у нас цель? Я ясно, иду. Теперь в галактике стало безопасней. У тебя минус отряд, чувак. Я понял. Докладываю, впереди враг! Сэр, это невозможно. Ну и чё? Терпеть не могу хаос! Враги меня недооценивают! Шевелитесь, парни! Вы знаете, выставил вот так вот по линии. Вы знаете... Нас атакуют! Впереди враг! Выдвигаемся! Надеюсь, это что-то важное. Вперед! К победе! Сэр,
войска хаоса. Вот он наш шанс. Все батареи, цель князь демонов. Есть шанс. Батареи докладывают, что готовы к открытию огня. А, надо просто ебать артиллерию, я забыл. Докладываю, вижу врага. На. Выйди, выйди, выйди. Я разговариваю с флотом Экстерминатуса. Они согласны приостановить уничтожение сектора при условии, что я предоставлю доказательства ликвидации угрозы. Ну вот, конечно, надо. Моего слова этой побрякушки должно хватить. Прощайте. Вы хорошо поработали, лорд-генерал. Возможно, наши пути еще когда-нибудь пересекутся. Лорд-генерал. И будем надеяться, сержант-майор, ради вашей же пользы, что наши с вами... Сержант-майор, сэр! Служи, император. Во имя императора. Порвали пукан. Отлично, сэр. Победа. Победа. Вы еще наград нам дайте, да? Ствол какой-нибудь, который одеть нельзя будет. Все. Что сожалею, а ее уходит. О, ля, прикольно. Разделяю твои чувства, сержант-майор. Сержант-майор. И лорд-капитан Кастер. Не заставляет людей нервничать. Твои действия в последние несколько дней заслуживают похвалы. Именно поэтому я представляю тебя к медали, о, а не медаль. Приказываю расстрелять за неповиновение. Спасибо, сэр. Вот это медаль. Вы оказались хорошим командиром. Это медаль. Именно поэтому я тебя не пристрелил за некомпетентность. Что ты там бормочешь? Я сказал, что просто поражён. Я тебя поэтому не пристрелил за некомпетентность. Я так и думал. Это как это самое, в Саус Парке, помнишь? Когда они на этой водила и автобусы стебались. Скажешь что-нибудь такое, а потом стебутся. Так и это. Так это я вас что-то за компетентность. Ну все. Все, роли не будем записывать. Они уже 1000 раз записаны. Нахрен нам эта перепись населения.